Геатрическом Марит. Что я хотел бы сегодня сказать, о чем поговорить и выслушать ваши вопросы. Тема достаточно актуальная в том отношении, что, несмотря на то, что мы многие вещи знаем о седации, прошу прощения, основная проблема заключается в том, что мы, много зная о проблемах седации, к сожалению, лимитированы рядом лекарственных препаратов и наших действий для того, чтобы ее в полной мере обеспечить. Несколько таких основных положений и основных тезисов. Предоперационная подготовка и седация перед операцией. Перед операцией – это одна из частей, я не буду на ней подробно останавливаться, вскользь коснусь, потому что Юрий Станиславович будет чуть позже об этом говорить. А в основном я хочу поговорить о том, что касается последних известий о этой проблеме в отношении к детям. Существует интернациональное международное руководство, которое было создано на основании 17 национальных обществ, которое объединяет основные постулаты, что мы подразумеваем под седацией и что позволяет нам эта седация обеспечить. Оптимальный вариант, который, несмотря на то, что мы понимаем и начинаем говорить сегодня о седации, оптимальный вариант нахождения пациента в отделении ОРИН – это быть в сознании, бодрствовать и без боли, тревоги или деления. Где же тогда место седации? Но это в той ситуации, что возможность это обеспечить без седации, конечно, существует, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что какие-то препараты, какие-то методы терапии, которые должны это обеспечить, все равно должны присутствовать. Понимая, что и боль, и стресс, и тяжелые состояния, и нарушение сна, которые присущи ребенку, который впервые оказался в отделении реанимации, они достаточно навязчиво демонстрируют основные проблемы, которые случаются с ребенком в последующем. И во многом определяют и нашу тактику, и наше дальнейшее лечение. А согласно нашим клиническим рекомендациям, которые разработаны коллективом, большим коллективом взрослых, анестезиологов, реаниматологов, но можно абсолютно смело адаптировать ее и к детям, положение, которое сформировано на этом слайде. Да, седация и протокол седации должен существовать. Нужно обязательно документировать и отражать основные моменты, которые заставляют нам использовать те или иные методы седации, и предполагать, какой план седации мы будем выполнять. Основные шкалы, которые могут использоваться, это не только Ричмондская шкала, это Брюссельская шкала, это шкала Рамсея, но в том числе мы понимаем, что есть и возможность оценки существующих шкал у детей. Я говорил о том, что существует седация перед операцией, основные цели, которые направлены на то, чтобы обеспечить психоэмоциональный покой и переход больного из обычной палаты, лишение родителей, лишение его внимания и переход в операционную. И в этом случае достаточно серьезные проблемы могут быть связаны с этим разрывом и с этим страхом, который может быть присущ ребенку. Но еще раз говорю, что я не буду говорить об этом подробно, отражу только основные моменты, которые я представил в виде двух слайдов. Это и основные препараты, которые могут быть использованы и в режиме создания основного фонда седации, и для переоперационного периода, в том числе и для предоперационного периода, когда мы говорим о седации как компоненте предоперационной подготовки и премедикации. Мы понимаем, что и диазепам, и медазолам, и оксибутират натрия те в той или иной степени не являются идеальными препаратами для обеспечения седации, так как есть определенные побочные эффекты, и в большей степени частота побочных эффектов и заставляет нас в большей степени думать о том, целесообразно ли использовать эту седацию. На этом слайде я представил основные, по мере возрастания, основные моменты,
и основные препараты, которые для этих целей могут быть использованы. А вот галочки с правой стороны многих препаратов, они свидетельствуют о том, что, ну, допустим, медазолам. В последнее время все больше и больше мнений о том, что этот препарат не подходящий для обеспечения седации, так как в большей степени мы понимаем, что возникают всевозможные нежелательные эффекты, касающиеся в том числе длительного или подчас многочасового восстановления уровня сознания, что не всегда адекватно, особенно тогда, когда мы говорим о краткосрочных операциях. И обратите внимание, что и опиоиды теряют свои приоритеты. Несколько более повышен интерес к пропофолу, но мы прекрасно понимаем, что пропофол в этой ситуации может использоваться как компонент анестезии, а для обеспечения седативной терапии до 12 лет по существующему протоколу и рекомендациям, и в том числе присутствующим к лекарственному препарату, мы этого сделать не в состоянии. И в ситуации, несмотря на то, что дексметмедин с 12 лет разрешен к использованию у детей, все больше и больше сторонников его использования, все больше и больше дискуссий по поводу целесообразности его применения. Опять несколько преимуществ, несколько недостатков в отношении того, что же является таким достаточно серьезным ограничением для использования барбитуратов и бензодиазепинов. Основные проблемы связаны с печёночным метаболизмом. И в той ситуации, если печёночный метаболизм либо нарушен, либо изменен, в определенной степени это затрудняет клиренс этих препаратов. И кроме всего прочего, мы прекрасно понимаем, что основной компонент – это угнетение дыхания и артериальная гипотензия – тоже не всегда могут быть оправданы для использования их в качестве основных препаратов. Если сравнить и выявить определенную ценность каждого из этих препаратов, наверное, все-таки можно сказать, что степень седации наиболее отчетливо прослеживается как у них, так и у хлоралгидрата и кетамина. И вместе с тем, те ограничения, которые связаны с эффектом их действия, во многом заставляют нас думать о том, что целесообразно или нет использовать эти препараты. Обратите внимание, вот я сознательно на последнее место поставил дексметамидин и кетамин, насколько хороши эти препараты в том отношении, что они позволяют обеспечить практически все и основные компоненты поддержать, в том числе и анестезии. Но амнезии и некоторые вещи, касающиеся периода, некоторого периода возбуждения, возможно, даже галлюцинаторного периода, свойственны кетамину, конечно, отрицать невозможно. Глубокой седации следует избегать. Это основные положения, которые должны стать таким основой. Потому что глубокая седация, она во многом ассоциируется с длительностью проведения искусственной вентиляции, с длительностью пребывания пациента в отделении реанимации. И в этой связи мы, конечно, стараемся сократить длительность пребывания и глубину седации, потому что чем глубже седация, тем больше привнесенных эффектов она может за собой нести. Основная цель, которую мы ставим перед собой для пациента, которому мы планируем седативную терапию, это пациент, который находится в состоянии умеренной седации, у которого нет страха, у которого спокойная, адекватное состояние, но вместе с тем он вполне может активно сотрудничать с пациентом, и в соответствии, допустим, со шкалой Рамсея он находится в пределах 0,1 балла. Второе положение достаточно важное. В любом случае, если мы планируем даже длительную седацию, через 24 часа или через 48 часов целесообразно прервать седацию, и основная цель – прерывание седации заключается в том, что мы должны отучать от седации пациента и тем самым снизить эффективность глубины погружения в седативный фон этого пациента. В конечном счете, резюмируя этот слайд, ранняя седация и ранняя целеориентированная терапия заключается в том, чтобы мы не превышали
порог допустимой седации – это 0,1 балла Рамсея, и по возможности могли прервать ее. Естественно, когда мы выбираем соответствующие режимы подтверждения седации, мы должны определить все основные компоненты, которые требуются нам для выбора. Нужно определить целевую оценку, какую шкалу мы выберем, какой препарат нам нужно будет для обеспечения, для того, чтобы в первую очередь обеспечить необходимый и желательный уровень седации и возможность управления. В ряде случаев мы же прекрасно понимаем, что мы можем выбрать глубокую седацию, и нам не нужно управлять пациентом, а и в большей степени мотивы многих моих коллег заключаются в том, что нам нужно просто адаптировать и успокоить пациента, пусть он у нас находится в состоянии медикаментозного сна. Но это достаточно серьезная проблема, которая в конечном счете удлиняет интервал времени и, кроме всего прочего, удлиняет интервал сохранения этой седации и удлиняет интервал выхода из этой седативной терапии, когда нам подчас будет уже это сделать необходимо, а после действия многих седативных препаратов могут во многом ограничивать активность пациента. Когда это актуально? Ну, допустим, в ряде случаев нам нужно использовать нейромышечные релаксанты, когда мы хотим обездвижить пациента, чтобы он абсолютно не двигался в силу того, что какие-то хирургические моменты или другие компоненты, которые мы преследуем, заставят обездвижить пациента и не напрягать мускулатуру и создать возможность покоя и заживления или других каких-то моментов. И тогда, если мы используем нейромышечные релаксанты, вполне очевидно, и мне кажется странным, если некоторые говорят о том, ну зачем седацию, он вполне адаптирован. Нет. Если мы решаем вопрос использования релаксантов, седация подразумевает абсолютное содружество этих двух вещей. Сейчас кардиохирургия испытывает бурный рост с позиции фаст-трак. Фаст-трак – быстрое пробуждение, быстрая активизация больного. И тем не менее, даже в режиме фаст-трака предполагается двухчасовое минимум седативная терапия, чтобы этот выход от оперативного вмешательства, от начала сна к периоду бодрствования был не мгновенным, как вдруг открыть форточку и напустить свежего воздуха, а в большей степени это будет связано с тем, что есть некий период адаптации. Всегда есть позиционная стратегия. Если у нас пациент находится в седативной терапии и степень седации достаточно значительная, нам нужно в первую очередь подумать о том, насколько седация будет сказана на его респираторной функции. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что тревогу, страх мы можем победить, но угнетение основных компонентов респираторного статуса могут во многом нас заставить идти по неверному пути. Существует определенная шкала. Я уже говорил о том, что у детей они могут немножко отличаться, хотя, на мой взгляд, шкала и Ричмонда, и шкала Рамсея, и Брюссельская шкала, они вполне могут быть адаптированы к оценке степени седации. Но, тем не менее, я не могу не сказать о том, что для новорожденных детей используется Neopass, Comfort Teo, Comfort B, которые тоже, в общем, достаточно хорошо адаптированы, особенно к этому периоду времени детей, когда другие компоненты, в том числе возможные словесные контакты, они во многом могут затруднены. Кроме всего прочего, существуют специальные шкалы. Если мы находимся в комбинированной седации, в том числе с сочетанием опиоидов, существует возможность оценки опиоидного эффекта в отношении, в большей степени, для сохранения ясности сознания или прихода в сознание и большего или меньшего угнетения респираторной функции. Еще раз повторю, что основные моменты, которые касаются седации, заставляют нас думать о седации как о компоненте, который необходим, но он не должен быть чрезмерным. И ограниченность седации, она во многом определена в том числе и содержимым этого слайда. Недоношенным. Им нецелесообразно использовать глубокую седацию. Апнея. То же самое. Но я не буду читать этот слайд, вы можете его прочитать самостоятельно. Но обратите внимание, насколько серьезно подходит вопрос к дыхательной функции. Если есть
Измененная дыхательная функция, которая связана с наличием пневмонии, с наличием бронхолегочной дисплазии или хронической обструктивной болезни легких, в том числе для малышей, это является серьезным ограничением. Ну и всего прочего, что можно говорить о других ограничениях. Дексаметмидин. Вчера немножко коснулись этой проблемы, что вроде бы до 12 лет достаточно хороший и селективный агонист альфа-2 адренорецепторов, который обладает способностью обеспечить вполне эффективную, но не глубокую седацию, должны обеспечивает и поддерживает и усиливает анальгезию, способен к анксиолизису, обеспечивает некий симпатолитический эффект, который в ряде случаев оправдан, особенно тогда, когда мы сталкиваемся с проблемой бесконтрольного повышения периферического сопротивления и прироста артериального давления. И позволяет достичь того уровня седации, когда он находится в седативной терапии, но тем не менее он готов к сотрудничеству. Основные компоненты, которые могут затрагивать и влияние этого препарата, это центральная нервная система, сердечно-сосудистый эффект и подавление, допустим, в ряде случаев слюноотделения, снижение внутриглазного давления, снижение секреции инсулина, моторики кишечника и так далее, что заставляет нас в этом отношении селективно подходить к необходимости использования этого препарата. Если у нас усилен диурез, это вовсе не значит, что у нас абсолютно показано назначение этого препарата, потому что он еще вроде бы как усилит диурез. Одним из ограничений к использованию этого препарата является как раз измененная и нарушенная функция почек. И в той ситуации, если мы ставим перед собой цель седации, и это сопровождается нарушенной печеночной и нарушенной почечной функцией, существует определенное ограничение. Большой метаанализ 2016 года, больше 2000 человек, который был использован с целью оценки применения дексаметмидина у детей с врожденными пороками сердца, выявил, что есть определенная стабильность интраоперационной гемодинамики, есть уменьшение нейроэндокринного ответа, который оценивали по величине глюкозы и кортизола, есть уменьшение продолжительности искусственной вентиляции легких. Я говорю только о тех абсолютно доказанных и достоверных фактах, которые ставило перед собой подтвердить это исследование. Но везде звучит и брадикардия, и артериальная гипотензия. Несколько слов о фармакокинетике. Быстро работает. Период полувыведения тоже достаточно большой. У детей раннего возраста он может затянуться до 4,5 часов. Связывается с белками и имеет те же самые побочные эффекты, которые были продемонстрированы на двух предыдущих слайдах. Несмотря на то, что мы говорим о толерантности новорожденных и младенцев, это не совсем так. И дальше я покажу это в моем выступлении. Да, можно использовать этот препарат, он показывает абсолютный синергизм с многими схемами анестезии и позволяет обеспечить большую безопасность, большую эффективность анестезии, снижает потребность во многих анестетиках, обеспечивает надежную седацию, хороший сон, симпатолизис. И вместе с тем мы прекрасно понимаем, что в послеоперационном периоде, несмотря на то, что он снижает частоту возбуждения, снижает потребность в опиоидах и не опасен для детей с обструктивным апноэ и падением сатурации в режиме сонного апноэ, основные компоненты, которые всегда нас немножко тревожат, а насколько серьезно может быть брадикардия у детей? Еще один метаанализ, который подтверждает, что можно использовать дозировку от 1, от даже 1,5 микрограмм на килограмм веса в минуту, поддерживающая дозировка, она разрешенная от 0,5 до 1 микрограмм на килограмм веса в час, позволяет достичь достаточно хорошего эффекта,
обеспечить надежность седации, и частота брадикардии у детей не превышает 3%. Частота не зависит от возраста, пола, способа введения. Но способ введения в данном случае всегда был один и тот же – это внутривенное введение. И несмотря на то, что частота сердечных сокращений в целом может снижаться на 17 ударов в одну минуту, как это соотнести с возможностью использования этого препарата у детей раннего возраста, у которых частота в исходе нормального покоя может составлять 100-110 ударов в одну минуту, и естественно уменьшение на 15-17 ударов в одну минуту, это, на мой взгляд, является достаточно серьезным. Мы провели какие-то исследования, третью фазу исследования мы провели многоцентровую, в том числе в Москве, в Питере, которая подтвердила возможность использования и безопасность его использования у детей с 12 лет и старше, что позволило подготовить в том числе и новую инструкцию по его использованию. Использовали мы его в течение 48 часов и оценивали различные параметры. В конечном счете, это не является вот результатом этого протокола. Результатом этого протокола явилось то, что во многом изменились наши взгляды на этот препарат, что заставил дексаметмедин использовать не только у детей этого возраста, но в режиме off-label, в том числе и сократить этот возраст, даже используя его у новорожденных детей. Абсолютно оправданным оказалась и поддержка использования дексаметмедина для экстракорпоральной мембранной оксигенации. Различные варианты, в том числе необходимость проведения и искусственной вентиляции легких, и в том числе на фоне сохранения самостоятельного дыхания, позволило определиться, что рабочая доза, как правило, не является 0,5 микрограмм на килограмм веса, а чаще всего все-таки она находится в пределах 0,4-1. Брадикардия в наших исследованиях, да и потом в дальнейшем наблюдении, мы практически намного чаще встречаем, чем те случаи описанных серьезных рандомизированных исследований, о которых я упоминал выше. Примерно 30% наших пациентов снижают частоту сердечных сокращений. Да, это те же самые 15, 20, 25 ударов в одну минуту, но по час и даже у маленьких детей эта частота достигает, я имею в виду новорожденных детей, частота сердечных сокращений составляет 85-90 ударов в одну минуту. И достаточно сложно заставить себя спокойно смотреть на эти вещи, тем более, тем не менее, уровень седации и эффективность ее во многом, конечно, определяет продолжение пользования этим вариантом. Во многом все существующие препараты, которые мы можем взять для седации, в том числе и литические смеси, и опиоиды, они в существующих дозировках приводят к тому, что на фоне достаточно уверенной седации, а может быть даже глубокой седации, угнетают функцию респираторную. И в этом случае во многом это заставляет нас с осторожностью их использовать. Мы стараемся обеспечить либо минимальную, либо седацию средней степени тяжести, которая соответствует по шкалам либо брюссельской, либо шкалы Рамсея в этих значениях. Основные показания, которые мы ставим перед собой для того, чтобы, вернее, дополнительные показания для того, чтобы использовать седацию в качестве компонента, это болезненные манипуляции, цианоз. Цианоз в той ситуации, когда мы понимаем, что ребенок младшего возраста, новорожденный ребенок, если он разворачивает цианоз, и если есть какие-то признаки респираторных нарушений, в этом случае седация может быть оправдана, потому что седация препаратом, который бы не угнетал дыхание, но создал бы эффект покоя, потому что во многом эффект апноэ, возбуждение, требует большей работы дыхания и большей потребности, и это может быть служить причиной развития цианоза. И только борьба с дыханием
борьба с аппаратом находится на последнем месте. Да, эти препараты, прошу за качество слайда меня простить, я думал, что он немножко лучше выглядит, но вот, к сожалению, он таков, каков он есть. В компонентах седации, в том числе и арит, находят применение в том числе и галогенсодержащие препараты последнего поколения, даже ксенон. Это во многом стало возможным использование схемы анаконда. Существуют определенные показания для этого способа. Я не буду на них останавливаться, но они достаточно прочно вошли в систему обеспечения. Единственное, есть небольшие ограничения, которые связаны с тем, что объем мертвого пространства не совсем подходящий для детей раннего возраста и новорожденных детей. И в этом случае приходится выбирать альтернативные методы. Основные приоритеты. Если мы говорим об основных приоритетах, во всяком случае я скажу свое мнение, хотя вы должны меня понять, я никоим образом не ангажирован производителями дексаметмедина, но тем не менее мой опыт последних лет показывает, что этот препарат можно рассматривать как препарат первой линии для выбора методов седативной терапии. Хотя и барбитураты, и бензодиазепины, конечно, остаются достаточно значимыми. Но даже тогда, когда мы пользуемся дексаметмедином, всегда целесообразно решать вопрос о прерывании седации. Мы прерываем седацию, как правило, через 48 часов, о чем я могу вас просить тоже делать, если вы выберете это как компонент седативной терапии. Спасибо большое за внимание. Я закончил лекцию. Я